Тяжелый физический труд, IT-технология, инженерные специальности – это сферы деятельности, в которых традиционно лидирует сильный пол. А женщины, например, часто специалисты в области медицины, образования или каких-то услуг. Возможны ли серьезные изменения в гендерном соотношении на рынке труда? И вообще, что это за работа, женская или мужская, которая может вызвать негодование в обществе? Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и с вами его ведущая Виктория Новикова. Сегодня вместе с нашими зрителями, участниками ток-шоу, мы попытаемся разобраться вообще в стереотипах, сложных вокруг каких-то гендерных особенностей в профессиях. Хочу представить нашего первого героя, это Алексей Дернов, флорист. Здравствуйте. Вот, Алексей, расскажите, пожалуйста, почему именно эта профессия? Честно сказать, вообще я закончил финансово-экономический институт, никогда даже не думал, что может так получиться, что я буду заниматься флористикой. Ну, как-то так получилось. Вот учился 5 лет, четко видел себя в виде там в роли главного бухгалтера в будущем, еще чего-то такого. Но когда потом закончил институт, проработал буквально полгода, абсолютно точно понял, что это абсолютно не мое, чем я занимался 5 лет, непонятно, в общем-то. И как-то просто увидел на улице цветочно-красивый магазин. Ну, был в чужом городе, увидел красивый цветочный магазин. И как-то подумал, было бы интересно вот, заняться вообще бизнесом и попробовать именно вот, ну, флористическую вот эту вот тему. И потом так, приложил некоторые усилия, некоторые нашел знакомства. И вот в результате каких-то действий стал, ну, стал хозяином цветочного бизнеса и, собственно, освоил флористическую вот сферу эту. Действительно, мужчина-флорист – это редкость. Ну, в нашем городе именно поиски, вот, например, героя – это была некая трудность для нас. А как к вам относятся ваши клиенты? Ну, бывали случаи, когда, например, люди заходят, просят собрать букет и так удивляются. Ой, в первый раз нам собирают букет мужчина. Так интересно, так приятно. Ну, какое-то, ну, специфическое такое отношение. Хотя вот вы говорите, что это, наверное, просто вот у нас как-то в России, что ли, сложилось, что если ты заходишь в цветочный магазин, то, скорее всего, там будет флорист-женщина. Вообще, если посмотреть такую мировую практику, вот, то мужчина-флорист – это, ну, не такая уж и редкость. Когда, например, мы говорим садовник, да? Ведь садовник – это ведь тоже флорист. И всегда, когда говорим садовник, это вообще-то тоже флористическая деятельность. Потому что, когда собираешь цветы, там не только цветы, там еще есть проволока, работа там с такими инструментами, как плоскогубцы, ножовка, когда оформление каких-то салонов, частенько требуется, ну, грубая мужская сила, в принципе, в этом деле. Вот. И если посмотреть, периодически вот в городах бывают мастер-классы. Как правило, какие-то крупные мастер-классы серьезные, именно приезжают профессионалы, вот флористы. Наверное, в 95%, в 95% случаев это всегда мужчины. Ну, вот. Может быть, именно вот как раз тенденция, которая идет с Запада, именно и диктует нам вот тот рынок труда, который сейчас как-то видоизменяется. Алексей, вы когда-нибудь вообще сталкивались с упреками в ваш адрес, например, что вы занимаетесь не мужским делом? Нет, абсолютно. Нет, в принципе, чувствую себя очень комфортно в этой роли. Это самое главное. Хочу представить Олесю Клопову. Это тренер по фитнесу, увлекается тайским боксом. Олесь, расскажи, пожалуйста, почему вообще у тебя такая тяга к такому тяжелому физическому труду даже, я бы сказала? Ну, я думаю, что это все зародилось еще в детстве. Мы росли вместе с моим старшим братом. Он старше меня на 6 лет. Он увлекался уже тогда, это, так скажем, 90-е годы, увлекался бодибилдингом. У него дома была штанга, были гантели. Я всегда хотела повторять те же действия, что и делал брат. Вот, у нас висели дома плакаты Ван Дамма, Шварценеггера. И на тот момент мне казалось это очень круто. И мне хотелось вот почему-то соответствовать своему брату. И как раз в то время самое такое зарождение, наверное, спорта меня сильно наложил отпечаток. Вот. Мы занимались спортом в разных секциях, но были такие моменты, когда родители нас не могли возить дальше. Там, допустим, мы жили за городом, не могли возить нас в город уже в более серьезные секции.
Поэтому как-то это все так осталось, мои какие-то несбывшиеся мечты, может быть, которые сейчас мне хочется, пусть если даже не воплотить, но как-то вернуться в эти ощущения, испытывать это состояние. Ну и я такой человек, который очень любит адреналин, поэтому вот увлекаясь, например, боксом, я как раз нахожусь вот в том состоянии, в состоянии, где настоящий я. Поэтому мне это все нравится. И как бы мне нравится развивать, и хочется развивать дальше, чтобы об этом знал как можно больше людей, чтобы привлекались дети. Где-то даже с целью популяризации спорта, вот именно тайского бокса. Поэтому вот такое много мое увлечение. Много ты вот в группе, где ты занимаешься именно девушек с тобой? Даже тайским боксом? Вы знаете, девушек не так много пока, но они с каждым разом привлекаются к нам, когда видят, как мы занимаемся с группой. То есть вот сейчас на данный момент уже есть две девушки, которые занимаются с нами в группе с ребятами. И есть люди, которые мне пишут и хотят приходить на тренировки именно вот по боксу. Олеся, вот несмотря на то, что у тебя очень много, так скажем, и ты так часто себя ассоциируешь с мужчиной, то есть именно тебе нужна мужская энергетика, наверное, для того, чтобы побеждать даже в боях. А ты считаешь себя все равно женственной, вот несмотря на это? Да, конечно же, женственность, она присуща. Что для тебя вообще женственность? Мне. Бывают такие моменты, когда я бываю вот просто маленькой девочкой, а бывают такие моменты, когда я действительно считаю себя воином. Вот, но если мы занимаемся данным видом спорта, то есть, ну, где действительно, где много адреналина и присуща мужская энергетика, женская энергетика, она все равно сохраняется, она есть в нас. То есть природа женская, она в любом случае в нас заложена. И даже если я в перчатках и, как говорится, на ринге, я все равно остаюсь женщиной. Вот, то есть... Жалеть меня сильно не бейте, да? Да, бывают и такие моменты на тренировках, когда я прошу, чтобы не оставили синяков. Хорошо, спасибо. А, ребят, у меня к вам вопрос есть тоже. Как вы считаете, вообще профессии должны делиться на мужские и женские? Ну, я думаю, что современные тенденции диктуют такие понятия, что уже нет конкретного разделения на женские профессии, мужские профессии. То есть мужчины также хорошо могут справляться с обязанностями женщины, потому что сейчас очень много мужчин, которые занимаются воспитанием детей. В то же время, когда их жены зарабатывают деньги, работают, не покладая труда, и у них, в принципе, нет никаких разногласий в взаимоотношениях. Аня, то есть... а ты сама хотела бы так? Ты будешь зарабатывать деньги, а твой муж будет сидеть с детьми и воспитывать детей. Ну, вообще, я думаю, что такая вероятность для меня, ну, это возможно для меня. Но самое главное — найти для себя именно то дело, которым бы я могла заниматься, чтобы оно приносило достаточное количество денег для того, чтобы прокормить семью. Угу. А вот если женщина выбирает профессию, которая считается мужской, как вы отнесетесь к этому? Нормально или, ну, спокойно, или такой выбор вас как-то насторожит? Вот, Денис, тебя, например. Каждый занимается тем, чем он хочет. Но, опять же, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, я считаю так, то есть я, как мужчина, я могу помогать там своей жене, там, помогать выбираться, готовить, там, следить за детьми, но все равно, я больше придерживаюсь такой политики, то, что мужчина, он зарабатывает, он ведет, как бы, семью, он за ней смотрит, так скажем. А женщина, да, это более такая домовитая сущность. Ну, это, наверное, не каждый же мужчина еще переживет, что женщина сильнее его, да? То есть даже в финансовом плане. В финансовом плане сильнее. Больше зарабатывает, да. Ну, опять же, у каждого свое мировоззрение. Каждый смотрит на это под разным углом. То есть, ну, мне, в принципе, как-то... Я спокойно к этому отнесусь, если моя жена, конечно, будет зарабатывать больше меня. Это, конечно, будет играть на моем, как-то, не знаю, самолюбии, на моей какой-то уверенности. Ну, в целом, у каждого свои возможности. Алексей, вот мы вас не спросили, а ваша жена чем занимается? Моя жена сейчас в декретном отпуске. Uh-huh. Вот, но вообще она, вот мы с ней познакомились на нашей общей, так скажем, моем предыдущем месте работы. Вот я работал в аудите, вот я сказал, после института полгода занимался вот финансовой деятельностью. Вот она также там продолжает работать, только сейчас в декрете. А я вот 2 года назад ушел, из этого всего попрощался, навсегда, надеюсь. Вот, и вот занимаюсь своим бизнесом.
Вот я бы хотел вот тоже вот предыдущий вопрос вот был. Вы спросили, как бы там, ну, мы, например, отнеслись к тому, что, например, женщина зарабатывает в семье, вот основные доходы приносит женщина, а мужчина больше там, например, семьей занимается. Вот, честно говоря, у меня есть довольно близкие знакомые, такие друзья семьи, и там уж так сложилось, что вот именно женщина, она, в принципе, источник, единственный источник дохода, а мужчина, так скажем, чем занимается? Она зарабатывает довольно приличные деньги, а он, ну, всю жизнь, в принципе, по-моему, даже нигде не работал вообще так. Но, тем не менее, если бы меня спросили, вот, идеальную семью-то какую-то вот видел, вот, двух людей, которые там 30 лет женаты, например, идеальные у них взаимоотношения, и вот на них смотришь, думаешь, вот было бы у меня так вот, ну, вот семья-то какая-то крепкая, там, вообще, в принципе, замечательно. Вот, я бы, вот, наверное, их привел. Просто это называется, как бы, как люди сами к этому относятся. Если двум людям комфортно в таких условиях, то замечательно. То есть, например, она стала успешной, например, во многом, я думаю, процентов там, ну, в очень существенной степени, благодаря тому, что он, например, ей помогал, например. Она вот художник, а он, так сказать, продвигал ее картины, так сказать. Вот. Если бы он не продвигал, не было бы его в ее жизни, то, скорее всего, она бы, например, преподавала в школе рисование. А так она известная во всей России художник, вот, ну, анималист она. Вот. И, как сказать, взаимно это. Взаимно. Знаешь, что она, они смогли найти друг друга. Да. Вот. Ну, а это вот, очень сложно. Все-таки. Мне кажется, это здорово. Хорошо. В России действует постановление правительства, которое прямо запрещает брать женщин на работу более чем на 400 специальностей. А, как показывают исследования, женщины сталкиваются с трудностями устройства на работу из-за пола чаще, чем мужчины. А, как вы считаете, это правильно или неправильно? Должно ли как-то вообще государство запрещать женщинам заниматься той или иной деятельностью? Вот, или как вы считаете? Ну, я считаю, что в современном обществе это немножко неправильно, потому что и у мужчин, и у женщин равны права на данный момент во многих странах, в том числе и в России. И я думаю, то, что это неправильно. И это в какой-то степени даже обидно, то, что успешная женщина, девушка, которая способна, которая хочет получить эту работу, не может заниматься тем делом, которым которым бы ей хотелось заниматься, только из-за того, что нанимателю не нравится ее пол. Он бы хотел нанять мужчину. Мне кажется, это неправильно. А может, и мужчинам можно ввести какой-то запрет на определенную профессию? Как вы считаете? Ну, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, не совсем соглашусь с оппонентом. Все же я считаю как? Не хочу, опять же, повторюсь, не ущемляя никакие права, ничьи, точнее, права. Все же, как оно всегда было, как оно и есть, и, надеюсь, будет. То есть женщины, они более эмоциональны. И порой, да, почему многих женщин не берут на те или иные должности, допустим, приведем, к примеру, управляющие должности, почему не берут? Потому что они подвержены эмоциональным стрессам, эмоциональным всплескам. А мужчины, они более они хладнокровные, более они как-то более спокойно относятся к тем или иным вещам. А женщины же, в свою очередь, они более эмоциональны. Но это не скажу, что плохо, но и порой не всегда хорошо. Аня, как ты считаешь? Ну, я считаю, что если даже женщинам свойственны эмоции, то они могут все-таки держать себя, контролировать. И при желании, если у человека, там, будь то женщина или мужчина, есть определенные способности к той или иной профессии, то они могут просто спокойно заниматься этим делом, если они уверены в себе, в том, что они делают, в своих способностях, в своих знаниях. Поэтому, не знаю, возможно ли тут говорить об эмоциях или о неумении чего-либо. Хорошо. А сейчас мы предлагаем посмотреть опрос, где наши прохожие отвечают на наши вопросы, что они вообще думают о профессиях, должны ли они разделяться по гендерному признаку. Давайте посмотрим вместе. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, профессии должны делиться на мужские и женские? Ну нет, я против сексизма и всякой мизогинии. Но есть такие профессии, когда мужчинами должен работать, где заводы, такие вот профессии, где не нужна женская сила и как бы. Да, ничего плохого в этом нет. Вон в Америке вообще чуть женщина не стала президентом. И многие как были рады такому исходу. А если мужчина будет дома с детьми сидеть в декрете? Ну, здесь уже что-то не то.
Наверное, нет. Все-таки это неправильная дискриминация, то, что профессии делятся на мужские и женские. Все-таки каждая профессия требует труд и ответственность, которая есть так, как и у женщин, так, как и у мужчин. А должны ли делиться профессии на мужские и женские? Да, конечно. Я считаю, да. У женщин все-таки должна быть более такая спокойная профессия, которая она может чувствовать себя гармонично, чувствовать себя женщиной, например, визаж, например. Ну, в общем, ну, есть такие профессии, да, где вот женщина именно ощущает себя женщиной. И чтобы там было поменьше стресса. А у мужчин все-таки, да, может быть такая нервная работа, такая ответственная, чтобы он действительно чувствовал себя мужчиной. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и пришло время представить нашего сегодняшнего эксперта. Это Александра Знаменская, карьерный консультант, бизнес-тренер. Александра, вы услышали интересные мнения от наших героев, можете даже прокомментировать их позиции. Я действительно получила большое удовольствие слушать ребят. Ну, во-первых, хочу сказать, что вот перед вами действительно те люди, которые сделали, как я слышу, достаточно осознанный выбор. Я говорю про Олеся Алексея, да, который действительно, несмотря на определенные стереотипы, определенные привычки воспринимать профессии, да, вот так как мы воспринимаем их в связи с определенным полом, они сделали свой выбор. Ну, вот я слышу, что там, я там, где я должна быть, да, или там, где я хочу быть, не такие прогадали. Вот вещи. Да, и судя по всему, не прогадали. Это очень приятно. И мы все счастливы. Вот. Во-вторых, я услышала некоторые достаточно интересные умозаключения и мнения по поводу того, что действительно сейчас происходит на рынке труда, что действительно происходит сейчас в умах работодателей, вот, и в умах, в общем-то, тех, кто ищет себя, ищет свою профессию. Давайте, Александр, тогда и пройдем к работодателям, к руководителям. Они многие заявляют, что при подборе кадров они не обращают внимания на пол, они руководствуются именно квалификацией или опытом. Да? Тем не менее, посматривая объявление, можно заметить гендерные предпочтения. Что в такой ситуации делать человеку, который все-таки хочет устроиться туда? И вот как ему найти общий язык вот с этим руководителем, например, чтобы доказать ему, что его пол – это еще не, как бы не самая главная вещь в том, что он может быть хорошим профессионалом? Ну, стоит начать с такого обстоятельства, что сейчас есть закон, который запрещает, в общем-то, гендерную дискриминацию, да, или ограничение по половому признаку при подборе кадров. При подборе кадров на первый план должны выходить определенные профессиональные качества и профессиональные навыки, да, то есть, ну, условно говоря, способность выполнять ту или иную работу. Возраст, пол, там, религиозные принадлежности и так далее, это все, в общем-то, не должно касаться критериев выбора. Соответственно, на большинстве работных сайтов, так называемых, сейчас уже вообще нет такой графы, да, как пол и возраст. При этом, ну, могу сказать, в общем-то, как человек, который занимался и занимается подбором кадров в том числе, естественно, есть определенные предпочтения, в том числе и по полу. И работодатели, они, ну, даже если не указывают это требование в информации о вакансии на сайте, то в любом случае руководствуются этим при принятии решения. Ну, например, недавно я работала над такой вакансией, где, в общем-то, так или иначе не приглашали на собеседование дам. Ну вот, да. Хотя, в принципе, дамы откликались, соответственно, потому что требований такой вакансии не было. Вот, что я здесь хочу сказать. Ну, во-первых, иногда бывает, что требования к полу, ну, обычно бывает, что требования к полу обусловлены определенными стереотипами. Да? Мы считаем, что там, не знаю, мужчина справится с этой работой лучше, потому что он, там, не знаю, ответственнее, или он лучше вольется в нашу команду, да, например. Девушка, вот здесь очень важно. Чрезмерно эмоциональная. Да. Вот я слышала мнение, да, что девушки эмоциональные, и поэтому вот, собственно. Тем не менее, сейчас есть такое понятие, как компетенция.
И управление по компетенциям, менеджмент, связанный с компетенциями, он сейчас, в общем-то, развивается. Что значит компетенция? Компетенция — это некое качество, там, способность, навык, умение, характеристика любая, которая способствует успешности в деятельности. Соответственно, в принципе, качеством таким, как эмоциональность, может обладать как женщина, так и мужчина. Есть некая там статистическая тенденция, да, что да, женщины, они вот более эмоциональны. Но при этом вероятность есть, что мы, ну, согласитесь, что вы встречали, наверное, таких женщин, да, там, не знаю, управленцев, которые просто таким мужским, что любой мужик бы позавидовал, да, который так умеет хладнокровно принимать решения, анализировать информацию, быть достаточно четкими и жесткими. Так вот, какой конкретно практический совет могу дать? Во-первых, когда вы рассматриваете вакансию и видите, если вы видите, что есть какое-то предпочтение по полу, то постарайтесь подумать, а почему? Почему работодатель предпочел на эту вакансию набирать именно мужчин, например? Да? И когда вы будете отправлять отклик на эту вакансию, отправляйте его, если вы действительно хотите там работать, и вы понимаете, что вы справитесь с этой работой, да? Сформируйте сопроводительное письмо. Напишите там кратко и четко, почему именно вы справитесь с этой работой, какими вы качествами обладаете, да, каким, возможно, опытом вы обладаете для этого. И тем самым вы обратите на себя внимание, рассеете, так скажем, определенные сомнения работодателя. Но 100% гарантии все равно нет, потому что, ну, в любом случае, хозяин-барин, если человек решит вам отказать, то он найдет другую причину. Он не имеет права вам сказать, что девушка, вы не подходите, потому что вы девушка, но он найдет другую причину какую-то, чтобы вам сказать. Ну, вот, скажите ключевые моменты, определенные слова, которые нужно вот туда как раз вписать, в эту графу. Олесь, вот тут нужно разговаривать конкретно, смотря куда вы хотите, что это за компания, да, какие вообще в компании ценности, вот что им нужно? Им нужен человек, который будет, например, очень клиентоориентирован, да, соответственно, клиентоориентированность – это качество, которое может быть присуще и женщинам, и мужчинам, да, Алексей не даст соврать. Вот, соответственно, во-первых, да, изучите ценности компании. Во-вторых, еще раз рассмотрите внимательно вакансию, какие там указаны требования, какие задачи вам предстоит выполнять. И опишите вкратце себя с точки зрения выполнения этих задач и с точки зрения этих качеств. То есть сопроводительное письмо – это такое продающее письмо себя, где указаны основные, очень четкие моменты соответствия вас и вакансии. Спасибо. Александра, вот также вы же все-таки карьерный консультант. А можем ли мы сейчас назвать, например, самые актуальные и востребованные именно женские профессии? Самые актуальные и востребованные именно женские профессии. Не знаю, сложный для меня вопрос. На самом деле, ну, вот все-таки, я думаю, что сейчас на первый план выходит не пол. Вот, ну, это действительно так. Понятно, что да, конечно, есть профессии, которые вот ну, женщины, как правило, там. Ну, например, профессия журналистов, больше женщин-журналистов. Хотя все-таки считается, что профессия журналиста – это мужская профессия. Вот нас, например, когда учили на журфаке, тоже нам это говорили. Хотя мальчиков в группе могло быть два, например, это таким образом заманивали мужчин в вашу группу. Наверное. Правильно. Пиар. Ага, например, сфера, которая мне близка, это HR-сфера. Работа с человеческим ресурсом, да. Опять же, кадровики, как правило, женщины. Там, те, кто подбирают персонал, там, развивают его, как правило, дамы. Да? Что еще могу сказать? Ну, наверное, там продавцы, как правило, если мы не касаемся там сферы техники, да, продажники, это женщины. А при этом есть ряд мужских профессий. Ну, например, вот недавно смотрела исследование сайта Superjob, это сайт о поиске работы, да. Там, в общем-то, самая такая мужская профессия. Угадайте, какая? Самая мужская. Точно, он знал. Действительно, слесарь – это самая мужская профессия. Но самая женская профессия… Ну, и она запрещена как раз-таки законодательством, чтобы работали женщины. Секретарь делопроизводитель – самая женская профессия. Я бы хотела, наверное, ну, выделить некоторые такие качества, которые присущи больше женщинам и мужчинам. Да? Вы уже сказали о таком качестве, как эмоциональность. Да, мы не можем утверждать, что все женщины эмоциональны, при этом, ну, как правило… А женщинам бывает несколько сложнее справиться с собственными эмоциями. А есть еще такая гендерная особенность, да, что, ну, например,
мужчины обладают, как правило, более системным мышлением. Опять же, я сейчас говоря это, я чувствую, что я сама источник дискриминации. Я бы не хотела этого, да? Но, тем не менее, есть некая тенденция такая, да? А что еще стоит сказать? Ну, например, женщины, да, почему HR женщины? Вполне вероятно, что один из факторов — это то, что женщина, она вот, ну, более гуманистично настроена. Ну, в общем-то, ей природой заложено, да, это опекать, это заботиться, это растить детей, ухаживать за мужем, быть понимающей, эмпатичной. Соответственно, все вот профессии, которые связаны с эмпатией, с сочувствием, с пониманием других людей, ну, больше присущи женщинам. Опять же, не хочу ставить никакие ограничения, но могу объяснить вот эти вот тенденции. Александра, давайте еще поговорим о том, что если, например, вот эта тенденция смешения профессий, да, когда женщины все-таки стремятся к каким-то более экстремальным, сильным, может, даже физический труд, я не знаю, вот, например, как Алисе, ей нравится выжимать ногами большой вес, да, боксировать с мужчинами наравне, а к чему вообще это может привести? То есть вот когда, например, в чем-то уже меняется местами, например, мужчина женщина, мужчина будет дома, а женщина будет сутки напролет работать. Ну, наверное, два вектора, что ли, два последствия возможных я вижу. Каким образом это будет влиять на сами профессии, да, и там, на успех людей в их области? Ну, есть такое понятие, как естественное поведение и адаптивное поведение. Вот естественное поведение – это, в общем-то, когда мы делаем то, что нам, вот, к чему мы предрасположены. От чего нам мы получаем кайф, к чему нас, в общем-то, природа предрасположила, какие нам способности дала. Да? Вот, есть поведение адаптивное. Люди достигают больших высот в этом адаптивном поведении. То есть под влиянием определенных требований среды, требований там, отрасли, вашего работодателя, ваших требований к себе, вы можете подстраиваться, вы можете формировать в себе определенные там, качества действия, да, и ну, достигать определенных успехов. При этом считается, что наиболее эффективно, конечно, развиваться по естественному пути. Потому что, ну, во-первых, не будет так называемого эмоционального выгорания, да, когда человек, да, до определенных высот он там дорастает, он себя все время держит в тонусе, как-то над собой работает, но потом он выгорает, у него опускаются руки, это там сулит каким-то, не знаю, в лучшем случае упадку настроения, в худшем случае каким-то там заболеванием, да, и вообще, в общем-то, потеря эффективности своей. Вот, соответственно, работодателю тоже выгоднее брать себе людей, которые проявляются и будут развиваться именно по естественному пути. Потому что, во-первых, в них, ну, в общем-то, меньше надо вкладываться, да. Не нужно их там менять, настолько там, не знаю, обучать или вот, перевоспитывать. Да? И, соответственно, тоже вероятность их выгорания эмоционального и профессионального будет меньше. Вот, это один аспект. И второй вкратце скажу. Думаю, что смотря, что мы вообще хотим. Мы сегодня говорили о том, что, в общем-то, это проблема не только профессии, а вообще социальных ролей, да, там, вы задавали вопросы по поводу того, а вообще готовы, чтобы ваша жена зарабатывала деньги, вот. Поэтому, опять же, чего мы хотим? Если мы хотим все-таки, мы как общество, да, если мы хотим все-таки в будущем это какое-то разделение социальных ролей, да, соответственно, мы заинтересованы, чтобы, в общем-то, женщины развивались в сторону женских профессий, согласно по пути развития своих женских качеств и компетенций, а мужчины по пути мужских. Но, тем не менее, вот это вот некое взаимопроникновение как социальных ролей, так и профессий, наверное, неизбежно. Леся, спасибо. Хотела что-то сказать? Я хотела добавить, что вот, что касается профессии, я по профессии маркетолог, и у меня было резюме на HeadHunter, по-моему, оно долго висело, и было очень мало отзывов. Как только я дополнила свое резюме, что я работаю фитнес-тренером, звонки сразу стали появляться. То есть, ну, фитнес-тренер еще и маркетинг, он немножко как одно целое, потому что для того, чтобы у меня была работа, мне нужно себя уметь продать. Вот. Поэтому, изучая маркетинг, я немного иногда применяю свои, так сказать, знания в будущей, вот, настоящей профессии. Поэтому вот есть такой момент, что как раз вот нужно дополнять постоянно резюме, чтобы вот какие-то моменты, ну, вновь откликались на него. И вот как раз профессия фитнес-тренера, видимо, привлекает тоже работодателей, как человека, который умеет продать. Вот.
я прокомментирую, да? Сейчас вообще действительно умные работодатели, они часто не столько смотрят на стаж работы, да, а сколько на какие-то вещи, которые могут вас охарактеризовать. Например, вот такая графа, как хобби, или там, не знаю, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь, она имеет значение. И вот, например, если мы смотрим, что человек работает фитнес-тренером, да, или он занимается спортом активно, это формирует в голове работодателя какой-то такой образ, да, что человек, дисциплина, ну, там, дисциплина, достижение, преодоление себя, там, и так далее, самосовершенствование. Поэтому обязательно, если у вас есть подобное влечение, хобби, или там какая-то сопутствующая профессия, указывайте ее. Еще от меня. Вот сейчас затронули момент, что есть что-то естественное, к чему ты с рождения все-таки имеешь предрасположенности, и есть все-таки вот то, к чему ты приспособился, вот, ну, тебя, грубо говоря, общество как подтолкнуло. И сейчас вот ведь многие вот определяют, ну, грубо говоря, я могу по себе там судить и вообще по многим, наверное, моим знакомым. Вот человек, ну, учится в 10 классе, ему там через 2 года уже поступать в институт. И ну, я не знаю, по себе сужу или как, но мне кажется, в таком возрасте вообще очень проблемно определить, вот, кем ты там будешь, знаете, через 10-15 лет, грубо говоря, тебе еще проучиться надо сколько. Вот, и на что сейчас смотрят? Это кто больше зарабатывает, например, если бы в советское время никто экономистами не шел, потому что они мало зарабатывали, ну, какие-то бухгалтера там сидели. Кто же знал, что в 90-е годы многие экономисты бах и стали богатыми, да, там банкиры, банковские служащие и так далее. Вот, и еще мы говорим, вот, люди выбирают в результате вот свою будущую специальность, не глядя на себя, на свои какие-то особенности организма, да, там, психики, еще чего-то, вот. А в результате что? Вот еще же сказали, что даже сделав выбор вот таким искусственным способом, люди все равно спокойно могут достичь, там, благодаря каким-то усилиям, там, умению там, себя там, собрать, достигая довольно больших высот. Но только потом можно посмотреть, люди, когда уже в 50 лет заслуженные какие-нибудь работники, хоп, один начинает картины рисовать, знаете, неожиданно. Хобби, начинает в хобби это уже выливать свое, ну, уже нет потребности зарабатывать там копейку, все уже есть, дом есть, машина есть, хоп, появляются художники в 50-40 лет, появляются там люди, которые стихи начинают сочинять, или там вдруг ударяются, ну, в какую-нибудь там необычную сферу. В общем, очень многие люди просто уже потом очень приходят к этому же, да, ну, наверное, если бы они изначально больше слушали себя, все-таки мне кажется, что, ну, как-то жизнь могла быть построена чуть по-другому, может, более успешно, может быть, просто для этого человека она прошла бы более интересно как-то, нежели он сидел там, отчеты сводил квартальные там постоянно. Ну, потому что мы все согласны с вами, Алексей, конечно, это очень верно подмечено. И вообще всегда хотелось бы, чтобы выбор профессии всегда основывался на деле по душе, чтобы всегда было место именно самостоятельному выбору, и гендерные предпочтения, какие-то стереотипы здесь были просто ни при чем. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, ну, побеседовали на такую интересную актуальную тему. А приходите к нам еще. Ну, а вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». С вами была его ведущая Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе.